Добрый день, рынок Байдукова, Бельцы. Опять же, этой ночью у нас опять были три кражи, три попытки кражи, вскрыли три контейнера. Позавчера мы задержали двоих преступников, один из которых был в розыске. Не знаю, дали полицейским позавчера, два бандита были задержаны, один из которых оказался даже в розыске. Вечером, к сожалению, их отпустили, сказали, что держать не могут с этим карантином. Этой ночью опять вскрыли три контейнера. Тот же почерк, все тоже одинаковое. Ладно, сейчас позвоним в полицию, разберемся. Но обращаюсь к нашим байдуковским торгующим. Пожалуйста, придите. У вас есть эти все вот эти бутики ваши. Везде один замок сидит. Они сбивают петли, просто сбивают легко. Охрана не успевает. Охрана три человека. Вот, пожалуйста, смотрите. Один замок здесь. Все, здесь ничего нету. То же самое дальше. Пожалуйста, все байдуковские наши, придите, поставьте вторые замки. Мы здесь уже спим, не знаю, что уже делать, но... Такая ситуация сейчас. Люди не имеют что жрать, поэтому и крадут. До свидания.